Призывная кампания еще не закончена, но уже сейчас можно говорить о результатах. Вот, особых проблем не было. Граждане, в общем-то, идут с желанием служить у нас. Нареканий у нас адрес не было. Вооруженные силы отправлено уже более 70 жителей Конаковского района, что составляет 90% выполнения задания, установленного военным комиссаром Тверской области. Остается также проблема, это, конечно, явка на призывную комиссию. Более 80 человек у нас уклоняется, поэтому время еще есть. В этом году планируется провести еще 3 комиссии, которые традиционно проходят по четвергам. Так что у тех, кто по какой-либо причине не отреагировал на повестку, еще есть шанс исполнить свой конституционный долг. Также напоминаем, что в любое время можно отправиться на службу по контракту. В нашей области создан специальный пункт для приема граждан на контрактную службу. Набираются желающие, прошедшие военную службу по призыву, а также не служившие, имеющие высшее образование. Для таких добровольцев существует ряд привилегий. Значит, денежное довольствие граждан составляет от 25 тысяч рублей рядового состава. Организация повседневной деятельности в соответствии с Уставом Вооруженных сил Российской Федерации, с предоставлением дней отдыха, с предоставлением после 3 лет контракта военнослужащим предоставляется военная ипотека на приобретение жилья. И если военнослужащий изъявит дальше служить, то ипотеку будет гасить за счет государства. Возможно, во время службы по контракту и обучения в высших учебных заведениях. Для тех, кто заинтересовался, могут в любой рабочий день обратиться в военный комиссариат. А также всю необходимую информацию вы можете получить по телефону 337-45.